Так, отправляемся. А сколько времени, говорит? 11 часов 11 минут. Отправляемся из города Барнаула с вокзала в город Семипалатинск. Проезжаем площадь Победы. Вечный огонь. По Красноармейскому едем на выезд из города Барнаула. Тут сад камней. Уже почти из города выехали. Сейчас спускаемся вниз. Дорога идет. Тут пойдут дачи. Вот. Выехали из Барнаула. Вот дачи уже идут тут. Вовсю. Приближаемся к первой остановке в нашем путешествии. Город Алейск. Заезжать в него не будем. Остановимся, я думаю, на заправочной станции. Что-то не хочет останавливаться. Или на разворот идет. Не стал останавливаться. Ну, водитель россиянин. Поэтому, видимо, остановка будет в другом месте. На туалет. Ты что, платно, что ли? В другом месте нет? Туалет платный, будем искать другой. Да, платный туалет, может, и сходил бы, но денег, во-первых, надо, а во-вторых, очередь. Ушел в поле, и вот очень даже приятно сходил. Возвращаюсь, посмотрим, как там народ будет сейчас. Это вид за заправкой. Это, наверное, контейнеры, в которых мусор жгут, чтобы не вывозить его. Классно. А зачем его вывозить? Пожрали, сюда вынесли, сожгли. Экология. Так, заправочка. Обходим заправку и смотрим. О, классно, сколько народу. Кафе. Называется Evolution. Или не знаю как. Evolution, наверное, все-таки. Вот как. Революционная заправка. Я вам показывал за ней, какая революционная
свалка для сжигания мусора. Кстати, кому интересно, дистопливо стоит 35 рублей, а 95-й 34,50. 92-й 32,50. 34,50, это я вам скажу, самые дешевые цены. У нас в Барнауле, в Алтайке, 92-й стоит 35,90. А дистоплива 35. Представляете, когда такое было в советское время? Оно в два раза дешевле должно стоить. Да, 80-й 27,50, но там не знаю, что за бензин. Сходила в туалет. Чё, как туалет? А? Найдёшь. Я бесплатно стою? Ничего. Чё? Постоянно. Ты куда ходил? А, он туда пошел. Там эти нарыты такие. Там мусор сжигают они. Вот это кафе. Они не вывозят, они вот там шкутят. Все бесплатно, а нам тут все заплатно. Ну, наверное, договор с ними подписал или что? Сейчас ехать еще. Что сюда? Я расскажу. Как? Туалет стоит 15 рублей. Ты говори нормально, 15 рублей? Да. Входишь, там тебя встречают, бумажку выдают. Есть, где руки помыть. А задницу не подтирают? Три кабинки. Три кабинки? В одной кабинке не переспрашивай. Или ты где же? Чтобы понятно было. Ну, у тебя привычка такая. В одной кабинке не работает сливной бачок. Угу. А мужики в этот же туалет ходят? Нет. Мужчины в отдельный. Другой? Другой туалет, да. Понятно. Там мы столпились все. Мужском никого нет. Я говорю, что нельзя туда, что ли, сходить? Какая разница? Ты сходила? Нет. Сама, что туда? Она не пускает. А-а-а. Она говорит, сейчас они придут. Ага, придут. Мужики вон, на улице. Автобус. Автобус. 123 ЕУС 22. Покушали? Да. С моей красавицей. Подкрепились. Только что-то я не показал. Жаль. Ты съел две котлетки и пловчик. И помидорки. Короче говоря, было очень вкусно. Вкуснее, чем в кафе, значительно. И дешевле, самое главное. Вот так вот. И все своими руками. Да. Сейчас едем. Едем дальше. В сторону Рубцовска. До Рубцовска примерно километров 120-130. Мы же иначе не можем стоять. Нас автобус везет. Мы кушаем, он нас везет. Ну да. Все, включимся, наверное, в Рубцовске там или что-то интересное будет. Вот зеленое поле. На дворе уже скоро ноябрь. Это, видимо, озимые пшеницы. Посадили. Интересно смотрится, все кругом серое, опавшее, вялое, поле зеленое. Вот видите, сразу подсолнечник стоит. Весь темный, ждет уборки. Вот водитель высаживает попутчиков, которых подбирал. А его там уже ждет, видимо, автомобиль. Ее, наверное, ждет, да? Ну что значит сотовая связь? Молодцы. Пейзаж за окном изменился. В сторону больше степей стало. Меньше леса. Вот такие дела. Приближаемся к Рубцовску. Не знаю, километров, наверное, еще 60-70. Здесь вот соленые озера есть. С той стороны, с этой стороны, ну вот там дальше. Тут местные, говорят, рыбачат. Ну а что им на дамбе? Дамба сделана интересно. Туда вглубь озера уходит и на ней рыбачат. Здесь даже чайки есть. Стало виднеться.
части города Рубцовска. Не знаю, на камеру будет видно, нет? Поближе подойдем, включу. Овощи покушать. Вот она, которую приготовила загодя. О. Да, я мешочек положила. Да. Я же такая дымовитая. Теперь хочет грызть, как заяц, сидеть. Она очень сладкая. На тебе. Thank you. Как она, сколько? Вот, город Рубцовск. Уже въезд один есть. Едем, наверное, с другой стороны немножко. Вот сразу видно благополучие. Какое. Заправку проехали, разграблено. Ну да. Это же от благополучия зависит. Ну да. Смотри, что делается. Ой, ешеньки. Боже мой, какие просторы. А? Сейчас вот на этом своротке свернем в Рубцовск. Уезжаем. Помнишь, вот этот автосервис работал когда-то? Лет 15 назад. Что это за столбы наставили, когда по улице проехали? Едем по Рубцовску. Вот такой одноэтажный Рубцовск. Свалки, улицы. Да. Вот, пожалуйста, хорошие дороги. Да тут церковь, золотые купола. Вот ее раньше не было здесь, да? Я тоже не видел. Ездили, ездили. Это вам деточка, Рубцовск. Бензин сейчас посмотрел. 36-20, дороже, чем в Барнауле. Наверное, люди богаче живут. Зарплату больше, минималка больше. Да. Вот ничего, домик кто-то, и то весь зарос почему-то. Может, она замкнуть надо. Да уж. Прекрасные виды Рубцовска. О, вот у Мариера у нас какая. Максим. Процветающая. Тут все жизнь удалась. Да, в Мариера. В Мариера жизнь удалась. Экспресс. А там свалка. Свалка. Что-то разбирают, ну. Поехали по виадуку, переехали в железную дорогу, железнодорожные пути. Крыша не монтирует, смотри, конек на крыше, слома, да течет тоже. Конек слома. Вот в этом магазине мы когда-то покупали ковер, помнишь? Или сапоги, я уже забыл тебе. Вот где у нас новая МЧС. Вроде ничего дома, развал такой, ну, посередине, смотри, провалы. Это Россия, детка. Проехали сейчас базар Рубцовский.
Ну, Рубцовск как Барнаул, только дома пониже, асфальт пожиже, да? Почему же? Почему жиже? Почему же, говорю? Потому что жидкий асфальт. Подъехали на автовокзал города Рубцовска, совмещенный с железнодорожным. Надо выйти, пройтись. Подожди. Я уже готов в нищему собраться, шапочку одеть. Привокзальная площадь, это вот памятник. Я помню, в армию уходил, мимо проезжал. Это был 84-й год. Вот памятник стоит. Слава Богу. Сейчас в туалет не хочешь? Нет, ну пошли. Надо. Ходить. Так. Выберите себя хотя бы с этой. Надо рассказать. Я не могу это выкинуть. А в миллилитрах можешь сказать, сколько? Ну, я не знаю, сколько можно. 50-70 миллилитров. Продается гостиница. Где? Или что это? Вот. Ну, вот железнодорожный вокзал. Более-менее ничего. Это отдельное государство, да, у нас железнодорога? Сколько у вас стоит подписать? Вау! Чё? У тебя есть мелочи? Нету. Спасибо большое. А где? Это мужской, наверное. Такой здесь туалетик, три кабинки, вот так вот все. Посмотрим. Получится что сделать? Должно получиться. Выключу, а то одной рукой неудобно. Все, все дела сделал. Палка. Полотенцесушитель. Отлично.
О, милая, ты уже все. Как быстро ты. Ты руки посушила? Посушила. Мыла, молодец. Буфетик. Это что, гибис? О, какой гибискус. А вот там алые паруса. Ого. Это не тигр. Это саванна. Это. Леопард. Леопард? Да. Пятнистый. Да. Он еще смотри. Тут и леопарды водятся, и лисы, и это что такое? А лиса чуть ли. Глухарь тетерь. Или этот? Как там? Тетерь. Да, или тетерь. Как ты думаешь, лиса на деревья, что ли, гнездо? Ну да. О, а вот живой, смотри, воробей там кто? Какой тебе воробей? Как-то... Экзотическая птица. Ну ты живая. Пернатая. Ну-ка, посмотрим ее поближе. Интересно. А вот парусник Надежды. Это алые паруса. Это он символизирует, что Рубцов когда-нибудь приплывет в цивилизованное русло. И там будут хорошие дороги, как море. Нет, ну он тут не вписывается явно. О, мы уже хотели отпрыгнуть, представляете? Вот это да. Да, серьезная пантера. Ну-ка. Вау. Только жидковато маленько. А это? Да. Это Венеция. Вау. Тут, можно сказать, разврат идет. Посмотрите. Небольшая накидочка на этой даме. А сзади мужик голый, по-моему. Лапает ее. Как не стыдно. Ага. И оператору тоже. Ну точно голый. Я думал, он надет. Кто же это ухаживает за этим? Ну ладно, хотя бы. Кто-то все это придумал? Уголочек такой. А вот такой вот есть этот. Как называется? Табло. Смотри, Рубцовск, Барнаул. Олейск, Локоть. Вау, все круто. Ну что, нормально? Более-менее? Да, мне нравится. Ну да, потолки шикарные. В стиле барокко. О, надо было там, наверное, выходить. Ой. Медные ручки. Чем больше трешь, тем больше они блестят. Какая она, посмотри. Ну она это. Выше рукава? Папиросная медь. Папиросная. То есть тоненькая. Тоненькая. Сусальная. О, сусальная медь. Есть золото сусальное, есть медь. Ну вот так вот. Немножко поприкалывались. Извините уж вы нас. А что мы прикалывались? Ну что, Рубцовск, Рубцовск, город мечты. Каждый хочет сюда переехать. Каждый россиянин мечтает здесь. Жить в Рубцовске? Сюда. Нет, каждый алтайский житель. О, голуби смотри. Голубок с голубкой морковью. Да вон они. Да я понял. Пойду пройдусь маленько по вокзалу. Перрон железнодорожного вокзала города Рубцовска, хотел сказать Барнаула. Вот такой вот вокзальчик. Ну, перрон выглядит неплохо, надо сказать.
Я в Golden Dragon'е. Соседний автобус садится. Так, я еще очки дам. Очки. У меня карманы есть, спроси. Ну вот надо же заполнять. Раздали нам. Покажи бумажку, которую заполнять надо. Сейчас, подожди, убери ногу. Вот такая бумажка. Вот. Карта. Да. Насколько мы заезжаем туда, терупыры. Насколько можно? Максимум без денег заехать. На 3 месяца? Не знаю. Ну спроси, люди-то знают. Так. Фамилия. Иванова. Ивановы. А что ты переживаешь? Канал Юрия и Лариса Иванова. Можно было не говорить. Сейчас заполним. Я не тут знаю. В паре сижу. Пиши. Мы по-любому через 2 дня уедем, так что можешь написать на неделю, чтобы не ошибиться. Я вот знаю, что где-то надо вот здесь, наверное, писать паспорт. И вот не написано. Короче, заполняем вот такие карточки, чтобы потом что? А мы сами не знаем, что. На таможне скажут. На границе. Где за диалог состоялся с товарищем водителем? Он не захотел, чтобы я его господином позвала. Да? Говорит, он из дворовых породистый. Он говорит. Да. Понятно. Мы такие же, скажи. Я хочу еще обидеть. Так. Дворовитые. Так, все, не мешай. Сказала господин не слово господин, а слово Господь. Иди скажи. Потом. Я надеюсь, что ты заполнишь за своего сыночка. Давай, сынок, паспортину. Паспортину. Маленький.